Древесно-трамвайное ДТП произошло в районе полудня на улице Дзержинского. На перегоне поселок Первый Плановый «Аврора» при полном штиле на вагон упала ива. Она порвала контактную сеть. Движение в сторону города остановилось на полчаса. Фото 8-го трамвая со сломанным пантографом опубликовало сообщество «Челябинский транспорт». Без рельсового транспорта временно оказались и жители Северо-Запада. Вагон сошел с пути в кольце Новорошилова. Уже второй раз за неделю движение встало в обе стороны.